Детский центр «Альтошка». Добро пожаловать на день открытых дверей нашего центра. Мы очень ждали этого дня, готовились, волновались. И нам хочется, чтобы вы сегодня узнали все подробности, все курсы, которые мы подготовили для вас, для ваших детей в нашем центре. За это время, пока мы обдумывали идею рождения нашего центра, у нас образовался небольшой творческий коллектив. Почему родилась такая идея? Потому что ни для кого не секрет, что сегодня детям в школе приходится несладко. И не потому, что там трудная программа, потому что школа как-то очень медленно меняется, а внешний мир меняется очень быстро. Наши дети рождаются уже готовые к этим переменам. А вот школьные условия, школьные программы просто не поспевают, они слишком неповоротливые, и детям становится скучно. Очень часто под партами можно видеть, как они сидят, играют на планшете и занимаются своими делами. И не потому, что они глупые, потому что им просто скучно. Как же сделать, чтобы все-таки обучение стало интересным, стало увлекательным? И вот тогда родилась идея рождения нашего развивающего центра. Мы хотим вернуть детям интерес к учебе, вернуть и показать, что учиться – это интересно, это здорово, потому что учиться нашим детям придется всю жизнь. И научить учиться – вот ключ ко всему. И если ваши дети забыли, как это делается, так это только потому, что в их жизни было слишком много традиционного обучения. Конечно, формальное образование в школе, в институте поможет вам выжить, а вот самообразование приведет вас к успеху. Так считает Джим Рон. И это действительно правда. Прежде чем мы начнем, я хочу немножечко сказать о себе два слова. Меня зовут Новицкис Инна. Я куратор этого центра. По профессии я педагог, учитель младших классов. Второе высшее образование у меня как практического психолога. Более 20 лет стажа в системе частного государственного образования у меня. С 2013 года я осваиваю профессию интернет-предпринимателя, спикер, тренер душевного равновесия. С удовольствием провожу занятия и вебинары онлайн. Я считаю, что каждый человек должен обязательно любить то, чем он занимается. И делать именно то, что любишь. Тогда все получится очень здорово. 21 век – это информационный век. Сегодня настолько быстро и насыщен наш мир информацией, что каждые полтора года количество информации в мире удваивается. И человеку приходится очень сложно поспевать за внешними изменениями. Он испытывает стресс, испытывает трудности. И выживает не самый сильный сегодня, а самый восприимчивый к переменам. Так вот, для того, чтобы наши дети были готовы к этим переменам, для того, чтобы они очень быстро усваивали много информации, могли спокойно и легко оперировать этой информацией, запоминать ее, мы придумали наш центр. И я вас сейчас познакомлю, какие курсы и с чем будут знакомиться ваши дети, а вместе с ними и вы в нашем центре. Детский центр. Это что же это такое? Это тренинги, занятия, творческие конкурсы онлайн для детей от 5 до 15 лет и активных родителей, воспитателей и репетиторов. Главный наш девиз – учимся, играя и с удовольствием. Для вас мы подготовили такие направления. Компьютерики – это курс просто о сложном для ребят от 6 лет, которые хотят освоить компьютер как свои 5 пальцев. Второй курс называется «Веселые ступеньки. Пишем без ошибок». Авторский курс, как можно легко, играючи, выучить основы правописания, основные правила, совершенно избегая зубрежки, скучной и неинтересной. Третий курс – эйдетика, память без границ.
Это удивительные занятия на основе образного мышления, развития памяти, внимания, которые позволят вашим детям развить самые лучшие и самые нужные способности к усвоению знаний. В нашем центре также будут занятия по английскому языку. И первый курс, который предлагается, называется Super Kids ABC. Английский алфавит. Весело и просто. А еще мы приготовили для вас курс скорочтения для ребят от 10-9 лет и до 13-14. Читаю быстро, запоминаю легко. Этот курс очень востребованный, потому что все, кто пройдет его, получат навыки не только быстрого чтения, но и быстрого запоминания, усвоения этих знаний. И еще мы планируем открыть подготовку к школе «Веселая азбука», чтобы ваши дети с помощью самых современных методик и средств научились читать весело и не напрягаясь. И также для вас, для взрослых, мы подготовили занятия в маминой школе. Здесь будут секреты воспитания, советы психолога. А сейчас я вас познакомлю с нашими преподавателями, с нашим творческим коллективом. И немножечко мы коснемся программ нашего курса. Итак, встречайте, это Пуликов Павлик. Ему всего 13 лет. Но я вас уверяю, что возраст – это совершенно здесь ни при чем, когда дело касается профессиональных знаний. Я с Павликом уже работаю второй месяц, и я совершенно не замечаю, что он учится только в 5 классе, и настолько профессионально он может объяснить любую тему, связанную с компьютером. Так вот, Павлик будет вести в нашем центре курс именно для ребят компьютерики, для того, чтобы ребята от 6 лет могли освоить все функции этой чудо-машины и пользоваться ей как своими 5 пальцами. Главное увлечение у Павлика – компьютер. Он им занимается с 5 лет. Кроме этого, он еще участвует в различных конкурсах талантов, читает стихи. И девиз его – никогда не сдаваться. Я думаю, что его уроки всем понравятся. Что мы будем изучать на этих уроках? Мы познакомимся с компьютерным классом, классом онлайн, в котором мы будем проводить занятия, чтобы ребята освоились. Это будет такая же вебинарная комната. Мы проверим осведомленность ребят в компьютерных знаниях, проведем тест, разберем, из чего же состоит эта чудо-машина, научим работать с рабочим столом, все возможности покажем, виды графики научим и первый, самый простой, новый редактор, юный дизайнер, мышка Мия познакомимся, потому что после этих занятий будут проводиться творческие конкурсы ваших проектов, проектов ваших детей. И каждый, кто будет участвовать в этом проекте и присылать домашние задания, будет получать вознаграждение. Ребята будут получать за свои задания виртуальные сначала альтики, а потом по рейтинговой системе в конце месяца или по итогам 2 недель. Уже посмотрим на практике, как будет удобнее. Мы будем проводить итоги. Будут у нас победители, которые будут получать настоящие призы на свой домашний адрес. И это будет здорово. Вот план программы компьютериков на второй месяц. Здесь мы узнаем про память, информацию в памяти компьютера, клавиатура, группа клавиш. И будем проводить практически интересные работы. Все эти занятия будут проходить в интерактивной форме. И я думаю, детям очень понравится, потому что теоретические знания будут преподаваться в качестве диалога. Здесь будут игры, здесь будут тесты, здесь будут конкурсы. Мы сделаем все, чтобы ваши ребята не скучали, а с интересом осваивали эти знания. Секретные кнопочки изучим, клавиатуры. И как не заблудиться в программах и папках, как приручить компьютерную мышь. Итак, Павлик очень волнуется, он готовится и ждет ваших ребят.
А теперь следующий курс. Встречайте Майя Айзенварк. Это удивительный человек, который занимается своим делом уже более 20 лет. Это тренер по эдетике, развитию внимания и памяти. Что такое эдетика? До недавнего времени никто из нас практически не вникал и не знал. Но вот благодаря Майе буквально полмесяца назад мы побывали на ее занятиях. Мы поучаствовали в ее тренингах. Уже прошло 2 занятия. И я думаю, здесь присутствуют люди, которые получили просто море удовольствия на этих занятиях и открыли для себя возможности своего правого полушария и образного мышления. В самом деле, наша память может творить настоящие чудеса. Только надо знать, как же подобрать ключик к ней. Так вот, Майя на своих занятиях именно показывает, как мы можем использовать все возможности своего правого полушария и легко и свободно запоминать любую информацию. Майя проводила и проводит вебинары на протяжении уже 5 лет. Вебинары для жителей, групповые, индивидуальные для жителей разных стран. Обучила около 1000 человек и подготовила для самостоятельной работы десятки инструкторов по развитию внимания и памяти. Опыт у этого человека очень большой. Она считает, что внимание и память – проблемы 2, а решение 1 – эйдетика. Это очень интересно, увлекательно и здорово. В нашем центре Майя будет вести мамину школу. Скорее всего, это будет выходной день, в субботу или воскресенье. Вот программа маминой школы на ближайший месяц. Таблица умножения без слез играючи. Здесь Майя расскажет, покажет взрослым, как можно легко и просто с помощью эдетики с ребенком весело выучить таблицу умножения и избавить себя и ребенка от стрессов и всяких негораст. Следующая тема маминой школы – это домашнее задание «Делаю быстро и легко», чтобы каждый день обыкновенное домашнее задание не перерастало в домашние баталии. Очень советую узнать новые интересные способы, как можно сделать так, чтобы ребенок домашнее задание делал легко, играючи и даже не замечал, что он так быстро может все сделать. Третья тема маминой школы звучит так. Учим стихотворение за 8 минут. Изложение нет ничего проще. Название говорит само за себя. Здесь вы узнаете методики очень быстрого запоминания любой информации, в том числе и стихотворения. И четвертое занятие в нашей маминой школе – это будет копилочка психолога. Из 30-летнего опыта Майя поделится основными вопросами, с которыми к ней приходят родители. И также она ответит на все ваши вопросы. Итак, добро пожаловать в эдетику. Следующий курс, с которым я хочу познакомить, и преподаватель, который будет вести занятия на этом курсе, звучит как Super Kids ABC, английский алфавит, весело и просто. Ни для кого не секрет, что сегодня, чем раньше ваш ребенок начнет изучать английский язык, тем успешнее будет это постижение. Итак, знакомьтесь, Валентина Полянская, педагог, неординарный, творческий человек. Она считает, что чем раньше вы начнете изучение английского языка, тем больших успехов вы добьетесь. Во-первых, потому что у маленьких детей, в отличие от взрослых, есть уникальная способность имитировать произношение новых для них слов и звуков. А во-вторых, вы избавите своего малыша от многих трудностей, с которыми сталкиваются взрослые при изучении языка. Ну и, конечно, возможно, те из вас, кто вообще не изучал английского языка, сами пройдя этот курс, вы сможете не только повторить, но и изучить новые слова и помочь в этом своему ребенку. Тем более совместные занятия очень сближают родителей и детей. У
У Валентины большой педагогический стаж. Ее педагогическое кредо звучит так. Лишь творчески работающий учитель может воспитать творчески работающего ученика. Никогда она не перекладывала дело на чьи-то другие плечи. Она считает, что если не я, то кто же? Кто же, если не я? 7У учительского успеха Валентины звучит так. Это уверенность в себе и вера в своих учеников. Успешность. Начни любое дело, учитель должен быть нацелен на положительный результат и быть уверенным, что оно под силу ребенку. Уметь удивлять. Надо развивать в себе незаурядность. Дети не любят однообразие. Уважение. Необходимо взаимное уважение. Воспитание без уважения – это подавление. Убедительность. Уметь зажечь детские сердца, убедить их в важности любого дела. Уравновешенность. С ребятами надо быть готовым к любой ситуации, уметь анализировать и сдерживать себя. И, конечно же, улыбчивость. Чувство юмора поможет в работе. Улыбка – это и оценка, и одобрение, и залог успеха. Ребята, которые будут заниматься на нашем курсе, это дети с 5-6 лет вместе со своими родителями. Курс будет не только теоретический, а практический. Вы сможете выучить не просто алфавит. Вы будете знать стишочки-договорки, вы будете выучить стихотворение на английском языке, выучите песни на английском языке, рифмовочки, песни-караоке. Все это творческие задания, которые будете выполнять в ходе этих увлекательных уроков. Если человек хочет прийти к самому себе, его путь лежит через мир. И, конечно же, английский язык открывает вашему ребенку большие возможности постижения этого удивительного мира. Итак, следующий курс нашего центра называется так. «Веселые ступеньки». Пишем без ошибок. Уникальный авторский курс Елены Вейц. Это преподаватель русского языка и литературы, преподаватель русского языка для иностранцев. И именно преподавание для иностранцев сподвигло и подтолкнуло Елену создать этот курс для ребят, для того, чтобы было весело и интересно изучать правила правописания. Сегодня молодой человек может поразить девушку тем, что он грамотно напишет ей письмо на e-mail, поздравит с каким-то праздником, потому что грамотность сегодня, к сожалению, это привилегия немногих. Елена тоже творческий человек. Она тренер личностного роста, методист, преподаватель. Опыт преподавания у нее более 20 лет. А более 3 лет она проводит индивидуальные и групповые обучающие вебинары по русскому языку. На этих курсах вы вместе с детьми можете по новой системе обучения практической грамотности на основе развития образного мышления вы сможете без зубрежки, а играючи и с увлечением изучать правила правописания русского языка. В материал курса включены игры, задачи, шутки, видеоролики. На каждой ступеньке вы будете развивать концентрацию внимания и образное мышление. 3 минуточки будете заниматься зарядкой для органов речи. Практический материал повторяется и на каждом последующем занятии закрепляется, и это способствует успешному овладению навыков грамотного письма. Легко и надолго запоминаются правила при помощи кратких алгоритмов и мнемотехнических эдетических приемов. В материал курса «Веселые ступеньки» включены игры, занимательная грамматика, игра буква-невидимки и многие другие, и веселая зарядка для щек, губ и языка. Учим скороговорки, улучшаем дикцию, развиваем концентрацию внимания. Различные упражнения – бегемотик, варенье, футбол. Я вас уверяю, что вы не будете скучать на этих занятиях, и вам будет интересно повторить все правила вместе с вашим ребенком. Вот коротко ступенечки, всего 20 ступенечек, и на каждой вы будете повторять новые правила, весело играючи изучать
новые знания. И ваш ребенок поймет, что учиться можно с интересом. Вы научитесь учиться с увлечением. Вас не будет одолевать сомнения писать «о» или «ё», ставить или не ставить мягкий знак после шипящих. Вы будете уверенно писать, легко припоминая правила в стихотворной форме. На курсе вы сформируете устойчивую базу грамотности. Весело, шагая по ступенькам, изучите и вспомните самые основные орфограммы и пунктограммы русского языка. На этот курс Елена Вейц приглашает не только детей, но и всех тех, кто желает вновь освежить в своей памяти правила по русскому языку, причем без зубрежки, легко и играя. Я думаю, всем полезно будет повторить эти правила. Встречайте, Токмакова Надежда, автор курса «Читаем быстро, запоминаем легко. Скорочтение». Надюша подготовила для ваших детей от 9 лет до 14 уникальный курс. Надежда – инструктор по скорочтению, развитию памяти и внимания. Она кандидат филологических наук, преподаватель университета и преподает русский язык иностранцам, преподаватель психологии, психолог-консультант. Инструктор по скорочтению с 2011 года в Центре интеллектуального развития ТЕТРА в городе Киеве. Она детский психолог, автор более 10 научных публикаций по психологии и лингвистике. Кто читает быстрее, значит быть еще более успешным, считает Надежда. Для ваших детей она подготовила уникальный курс. После этого курса вы сможете увеличить скорость чтения у себя и у вашего ребенка, чтение и восприятие в 3-10 раз, повысить качество усвоения информации до 75-100%. Вы не просто будете автоматически читать очень быстро, а вы сможете запоминать, воспроизводить этот курс. У вас повысится способность обрабатывать объемные массивные тексты. Развитие памяти и внимания у вас улучшится в разы. И учебно-методический комплекс по развитию навыков быстрого чтения. Вы получите повышение интереса к учебе. А разве это не мечта любого родителя, чтобы наш ребенок все-таки полюбил учиться? И я вам хочу сказать, что когда дети попадают, да и взрослые тоже, в ситуацию успеха, когда у них начинает получаться, они будут это делать с удовольствием. Что вы получите? Вы получите умение ориентироваться в огромном потоке информации. На сегодня это просто спасательный круг для всех, потому что очень сложно успевать за огромным потоком информации, которая обрушивается на нас и на наших детей каждый день. Так вот, курс «Читаем быстро, запоминаем легко» поможет вам и вашим детям справляться с этим очень просто. А также в результате обучения на этом курсе вы получите практические алгоритмы улучшения своей жизни. Изменится стиль мышления на более творческий и неординарный. Снизится утомляемость при работе с текстом. Повысится собственная самооценка. И вам станет еще более интересным собеседник, так как вы будете говорить конкретно, по сути, без всякой воды. Ну вот есть единственный минус в этой программе, что вы начнете себя чувствовать умнее других. Но чувствовать это не страшно. Главное не показывать это другим и не говорить об этом вслух. Так что добро пожаловать на курс «Читаем быстро, запоминаем легко». Я думаю, вам очень понравятся эти занятия. Кому нужны такие знания, кому нужны такие навыки? Конечно, этот курс полезен всем целенаправленным людям, и взрослым, и детям, независимо от сферы деятельности, школьникам, студентам вузов, преподавателям, всем офисным сотрудникам, начиная от клерка и до топ-менеджеров, специалистам различных областей, работающих с большим потоком информации. Конечно же, и бизнесменам, политикам, деятелям науки, культуры и простым любителям книг.
всем тем, кто стремится идти в ногу со временем. Я думаю, вам будет здесь интересно и очень полезно обучаться. Наш детский развивающий центр «Альтошка» родился и существует в рамках большого проекта первой социальной обучающей сети «Альт-клуб». Для того, чтобы попасть на занятия и быть в курсе событий, для того, чтобы не пропустить старта новых курсов, вы должны пройти бесплатную регистрацию в «Альт-клубе». «Альт-клуб» – это первая обучающая социальная сеть, которая создана в помощь всем пользователям интернета, независимо от уровня знаний, независимо от цели пребывания в интернете. Здесь вы найдете для себя целый укладезь бесплатных материалов, профессиональных уроков, занятий, тренингов, вебинаров по науке, заработку в интернете. Вы сможете почитать интересные книги по психологии успеха, психологии интернет-предпринимательства и найти для себя много интересных материалов. И здесь на базе Альт-клуба будет и работать наш клуб. Итак, добро пожаловать в Альт-клуб. Вы можете пройти бесплатную регистрацию после того, как обратитесь к тому человеку, кто пригласил вас на эту презентацию. Регистрация совершенно бесплатная. Всего вам надо будет заполнить ваш логин и ваш пароль, простой пароль. На страничке новостей в Альт-клубе вы сможете узнать о времени старта нашего курса. Предварительная дата – это будет 28 марта. В Альтошке занятия и старт всех курсов будет проходить постепенно. Сначала мы начнем занятия с двух курсов. Это курс компьютерики и курс «Мамина школа». Занятия в нашем центре будут проводиться два раза в неделю, в субботу и в воскресенье с 11 часов по Москве. Формат занятий будет 20 минут плюс 20 минут, 40 минут занятия. Поскольку аудитория наших учеников будет необычная и возраст у них не позволяет долго сидеть перед компьютером, занятия обязательно будут включаться. Разминки, веселые игры, пальчиковая гимнастика, упражнения для глаз и так далее. Ваши дети не почувствуют усталости, им будет интересно и весело заниматься. Итак, мы приглашаем на наши занятия. Записывайтесь, регистрируйтесь в клуб и внимательно следите за новостями. Вы обязательно получите приглашающее письмо, а для партнера Альт-клуба обязательно получат подписную страничку и приглашающие письма для того, чтобы вы смогли отправить и пригласить на наши курсы своих подписчиков. Я желаю вам всего доброго. Я очень рада буду видеть вас нашими слушателями. Также для того, чтобы оставаться в курсе событий, обязательно зарегистрируйтесь в нашей группе ВКонтакте. Она так и называется «Детский развивающий центр Альтошка». Эта группа открытая. Все занятия в нашем центре будут проходить бесплатно. И оставайтесь на связи, присоединяйтесь к нам и готовьте свои вопросы, свои предложения. Мы с удовольствием выслушаем и обязательно примем к сведению. Всего доброго и до встречи!